После капремонта больница скорой помощи имени Соловьева сможет выполнять до 15 тысяч операций. Сегодня здесь открыли 4 новые операционные, оборудованные по последнему слову техники. Сейчас на месте работает наша съемочная группа, и на прямой связи со студией мой коллега Евгений Журавлев. Евгений, добрый день. Расскажи, на каких условиях теперь будут делать операции в Соловьевке? Приветствую вас, Сергей. Условия будут самые современные. Они уже сегодня на уровне передовых технологий. Что хочется сказать, здесь в Соловьевской больнице будет 26 операционных, и это самое большое количество в России, если считать по больницам. Пациенты уже приходят, они уже здесь, и им оказывают первую помощь, и профилактическую тоже. Евгений, а известно ли, какое оборудование дополнительно было закуплено? Сергей, ну, весь перечень оборудования перечислять сложно. Как я сказал, диагностика и оказание помощи, оно уже проводится. Естественно, здесь есть самые современные приборы МРТ и приборы, которые оказывают помощь при проведении операции. Евгений, а можно ли сейчас сказать, когда произойдет первая операция вот в новых условиях? Сергей, операции, они уже ведутся. Эта больница, она сосредоточена на том, чтобы проводить операции на суставах и околосуставной местности, если так можно выразиться. К тому же надо отметить, что здесь есть центр остеопороза, и он считается одним из самых современных в России. Спасибо большое, Евгений. О нововведениях в работе Соловьевской больницы рассказал Евгений Журавлев.